Всем привет. У меня уже почему-то во второй раз случается интересный выводок хромисов-красавцев. Почему-то рыбы парные, должны вроде плодиться по две. Тут почему-то на одного самца три самки гарем сделали. Мальков не то чтобы прям сильно много, они их почему-то таскают с одной части аквариума в другую постоянно. Какие-то у них передислокации очень сложные. Вот сомики. Уже им больше 10 лет. Дельфины живут голубые. По сравнению с хромисными красавцами, они вообще огромные селедки. Но хромисы отчаянно защищают потомство, не сдаются. Прогоняют захватчиков, обидчиков. Thank you.